Чтобы было понимание, я напоминаю о том, какая структура Украинской ассоциации студенческого самоуправления на сегодняшний день есть. Управление состоит из делегатов от высших учебных заведений. Ситуация такая, что на сегодняшний день в Харьковской ячейке ОАД зарегистрировано 17 вузов. Мне сегодня только что отдали документы еще 2 вуза. Фактически мы, у нас сегодня 21 член ОСРФ есть. Про обрання Володимирського осередку, про обрання делегату Харківського міського осередку управління ОАС і про обрання складу контрольно-ревізійної комісії. 3 чоловіка нужно вибрати счетну комісію. Ну, є предложення які-нибудь? Хочу предложити Найдонову Анастасію, Курдупова Дмитрія і Грушч Валентину. Зараз оснащена комісія Курдупа Дмитрій, Мария Зимина. В чем заключается вот сама суть? В том, что мы становимся юридическими лицами материально ответственными? Или в чем заключается? Украинская ассоциация студенческого самоуправления – это студенческое объединение в форме общественной организации, которая была создана в 1996 году. За это время было много проделано работы, много достижений. Среди них вы знаете такие достижения, как 50% льготного проезда, это было ОАС. Это принятие закона про высшую освіту, которое лоббировало также ОАС. И этот закон, который мы сейчас имеем, Зборовского, принятый, ОАС единственная студенческая организация, кто лоббировала именно этот закон. Вы тоже это, наверное, знаете. Также много есть других более, ну, менее значимых вопросов, но менее значимых достижений. Это в том числе очень много моментов, когда были защищены органы студенческого самоуправления. Это прежде всего даже в момент этой зимней революции нашей, когда было давление на студентов, особенно в Киевских университетах, Украинская ассоциация удавалось пресекать все эти моменты, и поэтому, конечно, она получила признание, особенно в последнее время. Самая главная наша цель – это сделать так, чтобы с нами считались, с нами разговаривали, с нами советовались по поводу всех вопросов студенчества города Харькова. На данный момент и, ну, как я понимаю, в будущем этот вопрос не стоит. Мы не будем юридическим лицом, наша ассоциация. Мы можем стать юридическим лицом в том случае, если большинство правления Украинской ассоциации студенческого самоуправления, нашей ячейки, поддержит такое решение.